Вот я это понимаю, когда ты человеку что-то объясняешь, а он придуривается, ну, делает вид, что он этого не понимает, задает какие-то такие идиотские вопросы. Я вижу, что он понимает. Вот. Я его сразу, ты меня троллишь, что ли, спрашиваю его. Он такой, оп, останавливается. То есть троллинг, он перешел в реальную жизнь, и люди иронизируют или прикидываются, что они не понимают очевидных вещей. Это тоже один из таких приемов троллинга. Там, ну, это тема другой передачи, хочется мне сказать, да. Иронизировать, да. Это совсем, как в каком-то меме говорится, это совсем другая история. Спасибо, что поговорили об этом. Жаль, что так мало времени. Просто хочется заметить, что когда стало усугубляться